можно, а что нет. Ух ты, сколько тут всего! О, скейт, я в него, конечно, еще поиграю. О, головоломка. Такая мне не нужна, можно мозг взорвать. А, может пригодится еще куда-нибудь. Дорогие россияне, поздравляю вас с Новым годом. Президент еще понадобится. В тракторе я люблю играть. Это вообще сломано. О, гитара! Пригодится! Баскетбол я люблю играть. Странно, откуда тут пульт? Такой же, как от нашего телевизора. Пойду спрошу у мамы. Да, Саша, у него такое классное расписание в садике, и английский, и подготовка к школе, и даже футбол, и бассейн. Да, ему очень нравится. Он с таким удовольствием ходит, и мы тоже безумно рады, что нам так с ним повезло. Ты не поверишь, там так здорово, что... Мам! Он вообще не хочет оттуда уходить. Ты хочешь тоже своего записать? Ай, сам же я видел. Не знаю. Ну, хорошо, я спрошу у заведующей. Ладно, ну хватит уже об этом. Давай ты мне лучше расскажи, что у вас с Таиландом. Вы собирались... Не понял. Лететь отдыхать. На какой остров? Да? Круто. А у нас, представляешь, настолько снегу замело, прям по колено. Мы сегодня с мужем с утра... Закупили машину, ты представляешь? Да, ну посмотрим. Круто, круто. Круто! Я нашел пульт от родителей! Молодец! Держи вкусняшку! Всего лишь один? Маловато будет! Держи вкусняшку! Держи вкусняшку! Держи вкусняшку. Кажется, папа пришел. Привет, пап! Привет! Слушай, кое-что придумал. Пошли, я скажу. Не поняла. Откуда здесь столько конфет? Я же ему одну давала. В общем, съездил я на эту гору. Она крутая, там такие трассы. Возьмем с тобой большой и детский снегоход и погоняем. Я не поняла, там откуда столько конфет? Сеня, нельзя есть только конфет. Зубы заболят, будут тебе их лечить потом. И вообще останешься без зубов и будешь как старый дед. Угу, и открою тебе новый канал. Супер дедушка Сеня, приезжайте на канале дедушка Сеня. Этого хочешь?
Надоели мне эти нравоучения. А знаешь, что было с моим одноклассником? Он один раз купил целый килограмм конфет, и у него все зубы стали черные. Ты тоже хочешь с такими черными зубами ходить? Вообще все выпадут. И мы с папой не найдем столько денег, чтобы все зубы тебе новые поставить. Ты купим челюсть вставную. Да, вот та, которую заводишь, она да. Этого хочешь? 5 секунд. И сейчас я над ними похохочу. Сюда пульты принес. Мы тебе зубы говорим о твоих, а ты пульты какие-то сюда носишь. Что ты смеешься? Мы что, с папой что-то смешно говорим? Ну все, Сеня, посадим тебя на бесконфетную диету. Ну уж нет, сами живите без своих конфет. Спрячу все конфеты. Всего лишь один. Мам, пап, там же всего лишь одна конфетка. Разве это много? Одна? У тебя там их целая гора. Не веришь? Пойдем, покажу. Пойдем. И правда, одна. Но я же сама видела, здесь их было много. Ты их спрятал? Как? Я же с вами сидел. Да, он сначала со мной сидел, а потом ты пришла и о конфетах начала рассказывать. Ой, мама, тебе, похоже, пора отдохнуть. Пойдем-ка чай попьем. Ребят, вы бы хотели пульт от родителей? Напишите мне в комментарии. Пока-пока. А знаешь, что было с моим одноклассником? Он один раз съел целый килограмм конфеток, у него потом все зубы выпали, все были черные. Ты хочешь черными зубами ходить, как вообще бессмертный? Ну что вы? Бессмертный.